Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти. Борис Пастернак. Гамлет, гитара, Пастернак. 9 лет Владимир Высоцкий в черном костюме с гитарой выходил на авансцену театра на Таганке. Так начинался спектакль «Гамлет», где он сыграл самую главную роль своей жизни, о которой мечтал. Владимир Высоцкий признан самым известным человеком 20 века после Юрия Гагарина. Его имя и при жизни было легендой. А после смерти его именем называют театры, корабли, даже небоскребы. Еще в 1965 году астрономы Крымской обсерватории назвали открытую ими планету именем Владимира Высоцкого. Жизнь его короткая, но стремительная, пересекла небосклон человеческих судеб сияющим метеоритом. Он много раз умирал, но вновь воскресал. Не умел жить и чувствовать в полсилы, он работал на износ. «Поющий нерв эпохи», так назвал Высоцкого Евгений Евтушенко, а Булат Акуджава решил придумать песню. О Володе Высоцком я песню придумать решил. Вот еще одному не вернуться домой из похода. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа. Ненадолго о Володе Высоцком я песню придумать решил. Он родился 25 января 1938 года. Его детство пришлось на суровые военные годы. Москва, бомбежки, окна, заклеенные крест-накрест, холод, голод, война. Марина Влади из книги «Владимир или прерванный полет». Ты не любишь рассказов о войне, но как у каждого советского человека они составляют часть твоей культуры. Твой народ, который ты глубоко любишь, находит в твоих песнях отголоски трагедии, не пощадившей ни одной семьи, десятки миллионов погибших, миллионы инвалидов и сирот, тысячи разрушенных городов и деревень, стертых с лица земли. На твоих концертах увенчанные медалями ветераны плачут. Молодые задумчивые и серьезны. Твои песни делают для мира и памяти погибших больше, чем все фильмы, документы, памятники и официальные речи вместе взятые. Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает, а по нашей земле гул стоит и деревья в смоле. Грустно им. Дым и пепел встают, как кресты, гнезд по крышам не вьют аисты. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же
вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Владимир Высоцкий. Из интервью. Почему я так часто обращаюсь к военной теме? Во-первых, нельзя об этом забывать. Во-вторых, мы дети военных лет. Довоевываем в своих песнях. У всех у нас совесть болит из-за того, что мы не приняли в этом участие. И самое главное, я считаю, что во время войны просто есть больше возможностей, больше пространства для раскрытия человека. Тут уж не соврешь. Люди на войне всегда на грани, за секунду или полшага до смерти. Я считаю, что это нужно петь теперь, сегодня, да и продолжать в будущем. Песня о войне – это песня о том, как может себя чувствовать любой человек не только на войне, но всегда находясь в очень острых и крайних ситуациях. Отчего не бросилась, Марьюшка, в реку ты? Что же не замолкла-то навсегда ты? Как забрали милого вернется.
Высоцкий жил крайностями, шел напролом, ни в чем не знал меры. Нежность и дерзость одновременно. Что сделало его таким, откуда в его песнях этот трагический надрыв? А спел он, кажется, обо всем. О войне, о тюрьме, о моряках и альпинистах, рабочих, соседях. Только одной темы он никогда не касался. Родителей. В этом молчании скрыта одна из его серьезных драм. Детская обида, которая повлияла на всю его жизнь. Володе было 3 года, когда началась война. Отец, Семен Владимирович, ушел на фронт. Когда Москву начали бомбить, их с мамой, Ниной Максимовной, отправили под Оренбург, деревню Воронцово. До 5 лет он фактически жил в детском саду. Мама много работала на лесопилке. И целый день стоял у окна с припасенным кусочком хлеба для мамы. А Нина Максимовна старалась купить ему молоко, немного сладостей. Но воспитатели говорили ей, что он все абсолютно раздавал. И очень ждал по окончании войны отца. Отец вернулся и попросил развод. На фронте он встретил новую любовь – Евгения Степановна. Позже Володя будет звать ее «мама Женя». Ведь с 9 до 11 лет, сразу после войны, семьей отца и племянницы Евгении Степановны Лидой, он будет жить в маленьком немецком городке Эберсвальде. Нина Максимовна посчитала, что для сына так будет лучше. О том, как враждовали немецкие и советские дети, он написал в песне «Баллада о борьбе». Она была написана для фильма «Стрелы Робин Гуда», а вошла в фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие вой, за воинственный клич, принимавшие в бой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А еще у него была тайна, которая приносила ему боль. Он скрывал, что жена отца не его родная мама. Он скучал о маме. Письмо маме. Здравствуй, мамочка. Я окончил 2-й класс. Перешел в 3-й с отметками по всем предметам отлично. За хорошую учебу я получил подарок от школы. Мы купили пианино. Скоро буду учиться музыке. В 1949 году семья Высоцких возвращается в Москву. В суету городов и в потоки машин возвращаемся мы, просто некуда деться. Он мечтал увидеть маму, но узнал, что она вышла замуж. Жить с отчимом он не смог. Володя остался с отцом, мачехой и Лидой. И сблизился с ней настолько, что когда отца вновь вызвали в Германию, он отказался наотрез, глаза его горели, и остался с Лидой. Так 23-летняя девушка во многом заменила ему мать до 18 лет. Пройдут годы, и этот его горящий взгляд заставит верить безоговорочно всему, что он поет. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти зову сердца невнемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать? И боги спускались на землю.
не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю... Из воспоминаний о Высоцком. Володя говорил: «В своей жизни я больше всего ценил и ценю друзей. Больше жены, дома, детей, успеха, славы, денег. Я так живу, понимаешь? Дружба – это не значит каждый день друг другу звонить, здороваться и занимать рубли. Это просто желание узнавать друг о друге что-то, слышать и хотя бы довольствоваться тем, что вот мой друг здоров и пускай себе здравствует». На Большом Каретном и сложился тот дружеский круг, которому Владимир Семенович показывал свои первые песни. Высоцкий не сразу определил, что хочет быть актером. После окончания школы он поступает в Московский инженерно-строительный институт, но, проучившись в нем полгода, бросает его. Это решение он принял в новогоднюю ночь 1955 на 1956 год. Они с Игорем Кохановским, школьным другом Высоцкого, решили встретить Новый год весьма своеобразно, за рисованием чертежей, без которых их просто бы не допустили к экзаменационной сессии. После боя курантов, выпив по бокалу шампанского, они принялись за дело. Где-то к 2 часам ночи чертежи были готовы, но тут Высоцкий встал, взял со стола баночку с тушью и стал поливать ее остатками свой чертеж. «Все, буду готовиться, есть еще полгода, попробую поступить в театральный, а это не мое», — сказал тогда Владимир Семенович. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Интерес к авторской песне у Высоцкого пробудился после знакомства с творчеством Булата Акуджавы, которого Владимир Семенович считал своим учителем. Высоцкий познакомился с песнями Акуджавы в начале 60-х годов. Вскоре после окончания студии художественного театра молодым еще человеком я услышал пение Акуджавы. По-моему, это было в Ленинграде во время съемок. Его песни произвели на меня удивительное впечатление не только своим содержанием, которое прекрасно, но и тем, что, оказывается, можно вот в такой манере излагать стихи. Я действительно считаю его своим крестным отцом. Он меня подтолкнул. Я к тому времени много написал стихов и вдруг увидел, что, возможно, взяв инструмент, написав ритмическую основу к этим стихам, еще больше усилить воздействие этих стихов на зал. Вот так я взял некоторые вещи под рояль, под аккордеон, потом все как-то упростилось до гитары. Тесной дружбы у них не было. Но у них была одна судьба. Их соединяло какое-то братское расположение, единочувствие, нежное доверие. Булат относился к Володе как к младшему брату. Конечно, наверное, десятки друзей были Высоцкому ближе и дороже, но у него с Булатом было огромное, трогательное взаимопонимание, братская любовь друг к другу. Акуджаве он посвятил притчу о правде и лжи и определил ее как подражание
Булату Акуджаве. Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Грубая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Люблю тебя сейчас, не тайно, на показ, не после и не до в лучах твоих сгораю, навзрыд или смеясь. Но я люблю сейчас, а в прошлом не хочу, а в будущем не знаю. Смотрю французский сон с обилием времен, где в будущем не так и в прошлом по-другому. К позорному столбу я пригвожден, к барьеру вызван я языковому. Ах, разность в языках, не положение, крах, но выход мы вдвоем поищем и обрящем. Люблю тебя и в сложных временах, и в будущем, и в прошлом настоящем. Потрясением, откровением для СССР стал выход на экраны фильма «Колдунья» с юной французской актрисой Мариной Влади. Она была так таинственна и прекрасна, что ею грезили, мечтали, подражали. Однако самые смелые мысли витали в голове у молодого актера театра на Таганке Владимира Высоцкого. Он сказал себе: «Она будет моей». Они познакомились через несколько лет на Московском международном кинофестивале в 1967 году. В тот самый день Марину Влади пригласили в театр на Таганке. На сцене играли Пугачева по Есенину, в роли Хлопуши – Владимир Высоцкий. Спектакль произвел на Марину огромное впечатление, и после спектакля они оказались за одним столиком в ресторане. Высоцкий тихо сказал: «Наконец-то я встретил вас. Я хотел бы уйти отсюда и петь только для вас». И вот он уже сидит у ее ног и поет свои лучшие песни. Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Потом, как в бреду, признается, что уже давно безумно влюблен в нее. И она отвечает с грустной улыбкой: «Володя, ты необыкновенный человек, но у меня на поездку только несколько дней, и у меня трое детей. Но Высоцкий напорист, у меня тоже семья и дети, но все это не должно помешать нам стать мужем и женой».
Когда Марина вновь приехала в Москву, Высоцкий был в Сибири на съемках «Хозяина тайги». Влади получила роль в фильме Сергея Юткевича, сюжет для небольшого рассказа, и поэтому задержалась на время в Союзе. Как-то в один из вечеров у Володиных знакомых Марина попросила оставить их вдвоем, и они всю ночь проговорили о своей любви. А вскоре, 13 января 1970 года, состоялась их свадьба и самое счастливое, безмятежное время в их жизни – путешествие на теплоходе. Только через 6 лет Высоцкому дали разрешение на выезд за границу. Это потом они путешествовали по миру. Марина устраивала концерты Высоцкого в Париже. 6 лет разлук, бесконечных телефонных звонков и отчаянных писем. Оплавляются свечи на старинный паркет, и стекает на плечи серебро с эполет, как в агонии бродит золотое вино. Все былое уходит, все былое уходит, что придет. При кажущемся благополучии все было не так просто. Семейная жизнь на расстоянии. Высоцкого всегда обижало и даже оскорбляло, что власти в нем не признавали ни поэта, ни актера, ни исполнителя. При огромной его популярности при жизни поэта было опубликовано лишь одно стихотворение, а всего он написал 850 произведений. В СССР по центральному телевидению при жизни Высоцкого не было показано ни одного его концертного выступления или интервью. А ведь он не только снимался в фильмах. Более 20 ролей в театре, замечательные радиоспектакли «Мартин Иден», «Павшие и живые», «Каменный гость», «Незнакомка», даже музыкальная сказка на музыку и стихи Владимира Высоцкого по мотивам одноименной сказки Льюиса Кэрролла. Ясного в странной стране можно запутаться и заблудиться, даже мурашки бегут по спине, если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело, а? Так-то, дружок,
В этом-то все и дело. Ты пытаешься мне сказать об этом, но я не слышу. Все, тупик. Ты можешь лишь кричать о главном, а я замечаю только то, что на поверхности. Ты плачешь о своей любви, а я вижу лишь измену. Марина Влади во всех трагических ситуациях, когда речь шла о жизни и смерти, всегда была рядом, всегда спасала. Ради любви к Володе она отказалась от своей мировой карьеры. Она не могла это позволить себе. Ее в любую минуту могли вызвать на помощь, и она бросала все мгновенно. Ты говоришь: «Все, беру себя в руки, ведь жизнь еще не прожита, ты весь дрожишь». Но дрожь это не от мороза. На твоем посеревшем лице, живыми и говорящими, остались только глаза. За полтора месяца до кончины Высоцкий писал Марине: «Любовь моя, найти выход мне под силу. Я лишь хочу попросить тебя, оставь мне надежду. Только благодаря тебе я смогу снова вернуться к жизни. Поверь, позже все встанет на место, и мы будем счастливы». Несла свою беду по весеннему по льду, подломился лед, душа оборвалась. Камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, за острые края задержалась, за острые края задержалась. И беда с того вот дня ищет по свету меня, слухи ходят вместе с ней, с кривотолками. А что я не умерла, знала голая ветла, и еще перепела с перепелками, еще перепела. Венгерский режиссер Марта Месараш в 1977 году снимала Марину Влади в фильме «Двое» и придумала для Высоцкого эпизодическую роль, специально, чтобы они были вместе. Они были в ссоре, и это был способ их помирить. Высоцкий должен был прилететь всего на 2 дня, но из-за непогоды самолет развернули прямо над Будапештом. Он приехал на поезде. 1 день был потерян. «Во время съемок, — писала Марина, — всегда случается чудо. Твои глаза загораются. Ты целуешь меня, и мы живем в кадре те минуты, которых у нас давно не было в жизни. Это были единственные несколько минут, которые мы прожили на экране вместе. А в жизни им оставалось совсем немного времени быть вместе». 23 июля 1980 года состоялся их последний телефонный разговор. 29 июля он должен был лететь в Париж к Марине. А в 4 часа утра 25 июля я просыпаюсь и зажигаю свет. Ярко-красный след на подушке. Огромный комар. Меня заколдовывает это пятно. Звонит телефон, и я знаю, что услышу не тот голос. Знаю. Володя умер. Вот и все. 2 коротких слова, сказанных незнакомым голосом. На спектакль «Гамлет» на 27 июля все билеты были проданы. Но ни один человек не сдал билет. Как дымно, что в зеркале нет отражения. И даже напротив не видно лица.
и пары успели устать от кружения. И все-таки я допою до конца все нужные ноты, давно сыграли. Сгорело, погасло вино в бокале. Минутный порыв говорить пропал. И лучше мне молча допить бокал. Последнее стихотворение Высоцкого. И снизу лед, и сверху, маюсь между, пробить ли верх или пробуравить низ. Конечно, всплыть и не терять надежду, а там за дело в ожидании виз. Лед надо мною, надломись и тресни, я весь в поту, как пахарь от сохи. Вернусь к тебе, как корабли из песни, все помня, даже старые стихи. Не меньше полувека, 40 с лишним, я жив, 12 лет тобой храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед Ним. Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов. И свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удачи всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда.